Ну, теперь по лайту, что касаемо ковриков. Так, что за фирма? Автодрайв. Ну, типа Рискон. Здесь уже и попятник есть усиленный. И форма такая интересная. И под клипсы выемка. Но это уже не клипсы. Но резина плохо ходит по войлоку, не скользит. Так что такая выемка вполне-вполне будет нормальной. Будет хватать. Так, ну я так думаю. Снимаем евромат. Классные, базара нету, но нужен конкретно. Ну, вот, еще раз повторяюсь. Итак, ребята, если вы поставили вот такие ворсовые ковры, появляется очень сильная зависимость. И с этой зависимостью слезть конкретно практически нереально. Потому что это очень красиво. Так, но не практично. И нужно привыкать вот к таким коврам. Ну-ка, посмотрим, как все залетает. Потому что форма такая причудливая. А, эта вещь прикольная. Ребята, смотрите, карданчик задевать не будет. Это первый производитель, который так замутил. Красавчики! Смотрите, красавчики! Конкретно красавчики. Только все равно нужны клипсы. Вы хотели как-то схитрожопить, но клипсы все равно, ребят, нужны. Но в принципе, вот попал, и все, никуда коврик не идет. А так, ребята, супер, смотрите. Конкретно здесь никаких звуков не будет. А любые другие все-таки задевали. Они это не предусмотрели. Но здесь еще не натирало. Здесь еще норм. Так, а у Рискона задевало. Это факт. Ну что, сейчас я везде раскидаю и посмотрим, что и как. Ну все. Ребят, я в них влюбился, реально. Это честно, смотрите, здесь все предусмотрено. Здесь конкретно все по форме. Здесь тоже все заходит. Всякие такие наплывчики. Все по форме. Вообще просто огонь. И небольшой бортик, но он есть. И также дружит с Mavico защитой. Ну а зиму можно типа таких, но только бортик, чтобы был повыше. Даже здесь все на перемычку легло идеально. Нравится, конкретно нравится. Просто булочка. Ну-ка померим их. Уже их пачкать их не хочется. Так, снимаем. А, кайф. Просто кайф. Очень-очень приятно. Нужны ботиночки на тонкой подошве, чтобы все это ощущать. Просто супер. И подпятник, смотрите, под большую стопу. Обычно ставят здесь вот. А у кого большая стопа, ну вот так все происходит. И натираем здесь вот, помимо подпятника. В общем, одобрено. Так, рамочки пока ставить не буду. Хочу их поставить осенью, когда уйдет такая вот сильная жара, такой зной. Ну, ребят, в принципе, все. Сейчас еще съездим, помоемся. И на этом все. И еще раз, ребята, Прода ТВ. Смотрите, какая температура в тени, 32. Машина себя вообще прям классно ведет. Не дергается ничего. Все супер. Просто огонь. Так что все это работает. Конкретно работает. Вот сейчас мы стоим и попробуем тронуться. Ну, все супер. Все плавненько. Просто огонь. Сейчас заедем к братанчику, посмотрим его приору четкую. Если она здесь. Где его пушечка-то? Вон она. Вон его пушечка. Да, мою весту взять хотели. Мужик тоже на коричневой весте в мою залазит. Я кричу, это моя. А он так ее открывает. Типа, что за херня, почему она закрыта? Вот так должна выглядеть самая четкая приора, да, братан? Да, это моя, да. Это я и моя пушечка.
Ну, блин. Какие-то ведра, блядь. Какие-то ведра там. Ну, как так? Ну, это ладно, еще. Это, наверное, этот. Да нет. Машина кредитная, а это вот, вот. Набирает по городу, да. Литье, конечно, просто пушка. Но и классные барабаны. Барабаны классные, да. Я тебе рамочки-то подарил. Ты что их не этот? Балтес, жавельку, кота. Ну я решу эту проблему. Все-таки здесь рамочки можно хотя бы побаловаться, посмотреть, что это такое. Ну, такая пушечка. Ну, блин, надо попробовать. Ну, просто бомбезная пушка. Я, конечно, стремлюсь к этой машине. Максимально свою хочу сделать похожей. Ну, твой пример заразительный, я уже что там выкидываю колхоз. Я увидел у тебя вот, и вот то же самое сделал. Братан, только не солидно, ты что, палец залазит? Надо это, а их сбивать, братан. Я делаю, его все, он что-то вырывает, просто маленький. На ржавчину прикручиваешь. Наверное. Смотри, какая пушка гранда. Да. Опасно. Ладно, на моечку. Какой хер на моечку, я же с моечкой. Бля, я бы тебя убил за такую помойку машину. Чё, нормально смотри, помыл? Смотри, сзади бампер не помыл, блядь, нагнуться, лень, вот так вот сделать, вот так вот, блядь. Вот так вот сделать, вот так вот, блядь, нагнуться. Слушай, тебе надо в это идти. Как её? Сундук, зёму, сундук. Ты прям харизматичный мальчишка. Да, да, да. Тебя возьму. Это не пенис, как кузнецкая версия, это, блядь, как её. Зём, сундук, не, она. Не зёма, там сундук. Тоже гортают один. А, тяпа, тяпа. Тяпа, тяпа два. Тяпа, бля. Тебе надо номера поменять еще, бля. Ну это потом, как квартиру буду в себе оформляться, и уже крымские номера улетят. Так что, бля, это как не свой, бля. Сижу, ну, в очереди. Нужно помыться. Кстати, не так они и пачкаются. Нормально все. Черный цвет, просто огонь. В общем, стою за весточкой, жду. Ну все, ковры намыл, как новенькие стали, все четко. Потом либо продам, либо оставлю. И машину тоже намыл, чистенькая. И брызгарички, аккуратненькие, просто огонь. Нужно только саморезки эти закрыть чем-то, заглушками, и все. Ну что, ребята, на этом все. Все ссылочки, ребята, в описании. Всем удачи и пока!